Давно для вас прикольных обзорок и распаковок не делал на Hot Wheels. И знаете, сегодня вот Wildberries наконец-то забрал очень прикольный грузовичок. Он в таких пакетах сейчас идет забавных в упаковке. И решил для вас, наверное, надо будет обзор сделать. Заодно тут пришел в бильярд поиграть. И подумал, а почему бы не сделать обзор сразу? Давайте распакуем. Так, вынимаем из пакета. Пакет нафиг. И вот что у нас внутри в пакетике идет. Плохо, что Wildberries, конечно, клеят эти вот наклейки спереди. Очень неудобная тема. Но вот такой вот... Так, фокус. Вот такой вот 69-го года пикапчик Chevrolet. Зеленый цвет, знаете, у него такой оливковый зеленый. Классно смотрится, давайте вскроем. Лучше все вскрывать. Отвелся сверху, потому что это самый идеальный вариант. Коробка, конечно, классная, и рисунок на упаковке тоже обалденно сделан. Так, отложим упаковку в сторону. Едет, конечно, она замечательно. Очень круто катится, на самом деле. Упс, провалилась в лунг. Наверное, самый необычный обзор сегодня будет на бильярдном столе. А вот как это все выглядит. Ну, смотрите сами, по-моему, все очень достойно сделано. Оливково-зеленый свет. Очень прикольная машина. Открытые окна. Черный салон. Все по классике. Очень классно кузов проработан внутри. Уже прекрасно все прокрашено. Низ пластика и хромированный пластик. Название модели 69 Chevy. Кастом, то есть кастомная машина. С 2001 года пошла модель, судя по всему. Сделана в Малайзии. Но выглядит, конечно, огонь полный. Как вам такое? Нравится такая машина? Да напишите в комментах. Давайте ее затестим. Так, включаю обзор. Очень круто едет, ребята, очень круто. Новый тест на бильярдном столе. Лучше, чем бильярдный шар катится, смотрите. Очень круто, на самом деле. Интересно, увезет ли она бильярдный шар вообще, сможет ли? Нет. В общем и целом, конечно, довольно интересно, довольно классный пикапчик. От Hot Wheels. Очень прикольно сделанный. Как вам этот оливковый свет, кстати, ребят? Выглядит все, конечно, поразительно. Понравится этот формат обзоров, потому что выглядит все прикольно. Интересно, сможет ли машина разбить бильярдные шары? Ну-ка. Ай, ну это весело на самом деле. Вот такой обзор сегодня на пикап Chevrolet получился. Кстати, я забыл посмотреть дату на коробке. Какой же даты производства этот пикапчик? О, третий месяц 2020 года. Да он совсем свежий. Третьего месяца у меня, наверное, всего лишь пара машинок на самом деле. В основном все еще второго месяца 2020 года. Вообще у нас на нашем рынке очень сильно задерживают с выпуском Hot Wheels. То есть не завозят все самое новое. Если в Штатах еще 4 кейса по 72 машинки вышли уже, то у нас еще машинки, наверное, с весны или с начала лета 2020. А в Соединенных Штатах уже, я видел, уже делают обзор на машинки 2021 года. Да-да, вот не удивляйтесь. У нас, как всегда, все это тормозно очень. Так что вот, продавцы, не тупите, не тормозите, завозите побольше новых Hot Wheels. Все, всем до встречи. Надеюсь, вам понравился этот обзор, ребят. Ставьте лайки, пишите комменты. Обязательно подписывайтесь на этот замечательный канал. Тиктокерам большой привет.